деньги. Ого! Все преимущества премиальной карты MasterCard снова мои. Орел и Решка, девчата! Девчата. Девчата. А девчата приехали на Занзибар. Это по-прежнему Африка, дорогие мои хорошие. Что здесь? Ну, природа, бананы, животные, люди, манги. Но здесь есть океан, дорогие друзья. Поэтому я рассчитываю хорошенечко здесь отдохнуть. Давай подкидывать монеты. Давай, Орел. Давай, Решка. Денег, ты тоже сможешь здесь классно отдохнуть. Ты девчонка резвая, бойкая, я знаю, что тебе надо. Ты здесь это найдешь. Я хорошего никогда, отдыха. Никогда, ни за что тебе это не прощу. Все. Поговорим после уикенда, девочка моя. У тебя ужасное моя. Платье. У тебя ужасное у тебя. Платье. Занзибар – это архипелаг из 75 островов в Индийском океане. Это африканский колорит. Островной релакс и уникальная природа. Что, дорогие мои хорошие, самое время отправиться на экскурсию и посмотреть на Занзибар с высоты птичьего полета. Для этого я арендовала Skyranger Ninja. Сверхлегкий и очень простой в управлении самолет, предназначенный специально для обзорных полетов. На таком еще маленьком самолетике я точно никогда не летала, то есть это даже не вертолет. Посмотрите. У меня нет двери, то есть у моего водителя почему-то есть дверь, а у меня нет двери. Чтобы ничего не мешало туристу наслаждаться видом. Слушайте, ну круто, стрёмно и круто. Ребята, Настюха никогда бы вам не рассказала такой информации, потому что она не знает никакие ни города, ни страны, но я знаю. Мы прилетели на Занзибар, и сейчас я еду в столицу Занзибар, которая называется Stone Town, и поеду я туда на Дала-Дала. Так называют на Занзибаре весь общественный транспорт. А не Дала-Дала. Дала-Дала. To the center? Stone Town? Stone Town, okay. What about that one? That one? Yeah. Okay. Блин, я бы лучше на этом поехала, он такой посвежее. How much? 400. All one. Four hundred. Проезд в маршрутке обошелся мне в сущие копейки. Всего 20 центов. Ну и удобство в такой маршрутке соответствующее. Как тут грязно! Ой-о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 й. Похоже, это самая грязная, старая и, извините, не самая ароматная маршрутка в моей жизни. О, я думала, у нас самые страшные маршрутки. Занзибар – это архипелаг из 75 островов. Со всех сторон омываемый Индийским океаном. Теплый климат. Тропическая зелень. И километровые песчаные пляжи ежегодно привлекают на Занзибар более миллиона туристов. И я очень рада, что в этом году стала одной из них.
сейчас я прямо так сделаю. Этот полет запомнится мне на всю жизнь. Кстати, мало кто знает, но фраза «Акуна Матата» была рождена именно на Занзибаре. Мы все ее знаем по тому мультику, да, очень известному. Но место рождения Акуна Матата именно здесь. Переводится как «Не парься, будь счастлив». И на самом деле, действительно, здесь очень улыбчивые, дружелюбные все. Самая короткая война в мире была именно на Занзибаре. 38 минут люди чуть-чуть поспорили, были военные действия, а потом они разошлись дальше загорать по пляжу. Я думаю, что у меня здесь будет Акуна Матата, даже несмотря на то, что у меня 100 баксов. Я надеюсь. Ну что, город, встречай. О! Бай-бай. Стоунтаун – единственный город на всех островах. Как и тысячу лет назад, это важнейший центр торговли всей Африки. Здесь останавливаются моряки из Индии и Азии. Сюда приезжают местные рыбаки и фермеры. Да и, собственно, все занзибарцы приезжают сюда, чтобы продать, купить необходимый товар. Просто дурдом. Hello. Я вообще себе не так представляла столицу Занзибара. Хаос, просто хаос. Какой-то шш. Вот так вот здесь, а не Акуна Матата. Но если свернуть с торговых улиц в исторический центр, картинка меняется. Вообще абсолютно удивительный вот этот старый город. Нет ощущения, что ты в Африке. Такое ощущение, что я где-то то ли в Стамбуле в каком-то, то ли в каком-то арабском городе. И это, кстати, неудивительно, потому что Занзибар в свое время был колонией турков, потом здесь были англичане, и каждый оставил здесь какой-то свой вот вклад. Удивительное сочетание арабских каких-то мотивов, и тут же тебе стоит такой классический христианский храм, который наверняка построили англичане. Сегодня каждому дому в историческом центре минимум 100 лет. Поэтому эта часть города строго охраняется. Здесь запрещены торговля и езда общественным транспортом. Акуна Матата! Стоунтаун пусть остается коваль, а я проведу этот уикенд на соседнем острове Чумбе. Осталось к нему добраться. По океану! Пешком! И я не шучу. У меня даже с собой тапочки есть. Ну, знаете ли, не все в лимузине ездить да шампанское пить. Плюс я девчонка боевая, так что это будет новый эксперимент. Саня, держи. Ладно, конечно же, пешком я пройду только мелководье. А дальше на арендованной лодке. Я сделала это! Занзибар – не очень распиаренное место среди богатых туристов. Поэтому добираюсь я до своего острова на обычной рыбацкой лодке. Вот о чем я подумала нынче. Обычно, когда ты, собственно, с безлимитной картой добираешься до каких-то островов, это яхты, да, какие-то скоростные. Очень красиво, все лакшери, понятно. Это удобно. Но, друзья, реально только настоящий колорит, вот все это настроение, жизнь вот эту вот африканскую можно почувствовать, когда ты вот добираешься именно таким путем. Как предводительница пиратов едешь на свои владения. Это очень круто. Мне так нравится гораздо больше.
торговли, на Занзибаре популярно фермерство. Но это абсолютно не похоже на сельское хозяйство, которое видим мы у себя в странах. Они выращивают водоросли. Посмотрите. Ежегодно на таких водных плантациях выращивают около 15 тонн водорослей, зарабатывая на этом до 8 миллионов долларов в год. Половина урожая – съедобные водоросли для пищевой промышленности. Остальные – для косметики и фармацевтики. Весь процесс выращивания подстроен под приливы и отливы океана. Когда вода уходит с берега, водоросли начинают сажать. Прикольно они, конечно, выращивают, то есть они забивают такие колышки в дно океана и привязывают на нитки маленькие водоросли, ну как маленькие, вот такие вот кустики. Все это натягивают, потом волна накрывает, и это растет с огромной скоростью. Через 6-8 недель, когда снова наступает отлив, водоросли можно собирать. Причем трудятся на таких фермах в основном женщины. Порядка 25 тысяч человек со всего Занзибара. У этих женщин нет образования, нет никакой другой работы. Они просто выращивают эти водоросли и зарабатывают на них 20 долларов в месяц. Представляете? Вот и наши сельские хозяечки. It's for cosmetics or for eat? Eat. А, можно попробовать съесть? Give me two. Ну, первое, что ощущается, это то, что это что-то соленое, но это неудивительно, потому что это растет в океане. По вкусу нет никакого вкуса, просто хрустит. Хрустит, как капусточка какая-то тоненько нарезанная. Солененькая, хрустящая. Как чипсики. Только водоросли. Прикольная штука, интересная. Спустя 20 минут я добралась к острову Чумбе. Он является частью кораллового рифа, который миллионы лет назад выступил из воды и густо порос экзотической зеленью. Сейчас это тщательно охраняемый заповедник, который стал домом для редких и исчезающих видов животных. А чтоб на его содержание хватало средств, занзибарцы создали здесь отель из 7 бунгал. Но не простой, а экологический. Воду здесь используют дождевую. Электричество от солнечных батарей. А все постройки из природных материалов, которые органично вписываются в пейзаж острова. Господи, друзья, какое очаровательное место. Я вам так скажу, мне уже здесь очень нравится. Я такое люблю. Hello. Обычно здесь останавливаются те, кто любит экстремальный экологический туризм и хочет почувствовать себя настоящим Робинзоном Крузо. Я пошла еще дальше и решила арендовать весь остров. Круто! Вы понимаете, что для меня целый остров? Поэтому могу поселиться в любом из бунгал, например, в этом. Но в таком эко-отдыхе есть и свои минусы. А где две стены и дверь, которые закрываются на ключ? Но отсутствие стен – это еще цветочки. Когда ваша госпожа, слуга и рабыня захочет принять душ, она не сможет просто включить воду и помыться. Мне нужно будет накачать эту воду, чтобы она нагрелась. Ранехонький мудричком станет такая, да. Сделает себе водицы, подождет часок, пока солнышко ясное небесное согреет эту водицу, да помоет свое толстое бренное тело. Это еще не все, дорогие мои хорошие. Сделав свои делишки доброго или злого характера, вы берете лопату с землей и
засыпаете их, так сказать, закапываете. Вот, хороните, так сказать, чтобы не было запаха. Идем дальше. Ребята, посмотрите, какой тут пол. Если я не на первый этаж в какой-нибудь самый неприятный момент, это будет прекрасным. Да, это просто будет хорошо. Кровать просто огромная. Два вентилятора. Кондиционеров, естественно, здесь нет. А, все это эко... Экология. Эй. Но я понимаю то, что типа я лягу спать, вот я включу свет или включу свой телефон, который будет мне светить в лицо. И, конечно же, любая муха-цокотуха, позолоченное брюхо, будет лететь на этот свет просто прямо по моему лицу. Понимаете, что мне очень страшно уже, поэтому я буду спать с оператором. Конечно, я в шоке в любом случае, потому что, ну, это такие эмоции, знаете, неподкупные. Но, конечно, у этой истории есть свои прелести, есть свои достоинства, о которых я вам сейчас расскажу. Ну, типа... Как вам вид? Блин, это круто. Нет, это 100% круто. Я Робинзон Крузо. Я в Танзании, в Африке, где-то в джунглях каких-то. В абсолютно экологичном доме. Это просто невероятно. Но! Я боюсь жучков, тараканов, паучков, птиц. Кого угодно я боюсь. Я даже нашего режиссера боюсь. Ну, что-то будем делать с этим. А пока женщины выращивают водоросли, мужчины традиционно ходят на рыбалку и за пару долларов могут взять с собой на этот промысел туриста. Простите, а вы на рыбалку? Да. А вы знаете, я приехала на день, на сутки. И мне так нравится океан, морепродукты, рыба и рыбалка. Если у вас нет напарника, я могу пойти с вами. Помогу вам. Короче, всем везет, когда я рядом. Наловим много всего. Возьмите меня с собой, пожалуйста. Я так есть хочу. Можно? Пойдемте? Да, пошли. Я как раз собирался поохотиться на осьминога. Осьминог – это крупный моллюск с 8 щупальцами и средним весом 4 килограмма. Обитает в теплых морских и океанических водах. В основном среди кораллов и камней прибрежного рифа. Капитан сказал, что мы сейчас в лодочку, и вот туда к рифам поплывем, и там найдем, добудем мне поесть. Ну и капитану, естественно. В общем, целое приключение получается. Итак, чтобы поймать осьминога, надо выйти в открытый океан во время отлива, чтобы легче было подобраться к рифам. Вот где так далеко от берега, я так мелко. И, вооружившись палкой с острым наконечником, высматривать добычу среди скалистого дна. Какая ракушечка! Я хочу домой себе такую забрать. Он как будто бы искусственный, он такой красивый и совсем не страшный. Выглядит красиво, как брошечка какая-то. Смотрите, что я нашла. Обалдеть! Она же живая, это не, ну, типа не игрушка кто-то потерял, потому что это как пластиковая, такая твердая. Слушай, ты, наверное, тут останься. Окей.
а я пойду спокойно поохочусь. Капитан сказал, что с тобой воды не сваришь, я пошел охотиться, а ты тут ходи рассматривай звезд. Но я, в принципе, и не против. Главное, чтобы он поймал мне что-нибудь перекусить, потому что я отведала бы местных морепродуктов. Что ж, пора и мне перекусить. Боже, друзья, посмотрите, какой прекрасный вид. Какой мне сейчас будет ждать прекрасный обед. Сама себе завидую. Обед у меня – традиционные блюда Занзибара, приготовленные из органических продуктов. Ну что, друзья, на моей тарелке на самом деле нет ничего супер особенного, но мне сказали, что это вкусно. На закуску – булочка с маслом и кокосовым соусом, салат и основное блюдо. Здесь у меня есть креветки, у меня есть курочка, бобы, сладкий картофель, рис, овощи. Короче, пробуем. Вы знаете, курочка действительно очень вкусная. Она такая нежная и немножко едва-едва островатая. Вот с рисиком само то. В целом, никакого лухаря, лакшери в моем блюде нет. Но если вы вспомните, я в принципе в необычном месте нахожусь. И отель у меня не 5 звезд. Я сюда приплыла на лодке и буду спать, скорее всего, под звуки змей, пауков и тараканов. Но блюдо сытное, приготовлено очень вкусно. И здесь даже не кухня, наверное, решает, а атмосфера и место, собственно, где вы обедаете. Поэтому рисик, картошечка, то, что нужно. Целый остров для меня одной. Вот это уровень, вот это я люблю. Благодаря карте MasterCard даже на другом континенте можно не терять статус и позволять себе все, что угодно. Так и делают. Спустя 20 минут активных поисков мой, вернее наш, первый улов. Поймал? Несет! Он поймал его! Капитан! Обалдеть! Вот и пошла на охоту, я боюсь их. Можно я не буду трогать? Ну не хочу. Нет, нет. Все, все, взяла. На, вот вам, смотрите. Все, держу. Скользкий. Как сопли какие-то, честно. Вот сопли. Но... есть у него две особенности. Он очень вкусный и очень красивый, когда вот там ползает. Сорян, прости, я при... это... Короче, пойдемте есть его. Приготовить осьминога за пару долларов можно у местных хозяюшек, которые сидят на берегу и ждут рыбаков с уловом. А готовят осьминога они так. Для начала моллюска тщательно отбивают палкой, чтобы он не был жестким. Тем временем подготавливают остальные ингредиенты. Давят кокосовое молоко из кокоса, режут лук и картошку. Потом добавляют в это все промытого и ошпаренного кипятком осьминога. И нарезают перчик, морковку, помидор. Далее заливают кокосовым молоком и тушат еще 20 минут. Все, блюдо из осьминога готово. Ну что, будем... пробовать наш улов? Ну, как наш? Капитана. Ой-ой, как вкусно кокосиком пахнет, прям. Боже мой, какая вкуснятина. Я предположить не могла, что он такой нежный. Но тут не только осьминог. Короче, получился такой себе... африканский гуляш с осьминогом. Забыла. Еще один ингредиент. Это песок. Он сейчас попался по зубам. Песка нормально добавили. От души, не жалея. Так зубы себе переломать можно. Есть в этом своя экзотика. Вообще, считай, за 3 копейки я самого свежайшего осьминожка
Мне его на пляжике приготовили. Ну, я уверена, что я ни в одном ресторане бы в мире так не съела осьминога, как здесь. Это как на шашлыки. Можно дома мясо пожарить, а можно на шашлычках. На шашлычках всегда вкуснее. А вид какой, посмотрите. Боже мой, я не верю, что это со мной происходит. Так как на моем острове достопримечательностей не так много, сейчас мы отправляемся на маяк, внимание, друзья, который был построен в 1904 году. Он уже не рабочий, и я очень люблю такие локации, потому пойдемте посмотрим скорее. Раньше этот маяк служил ориентиром для торговых судов, прибывающих на Занзибар с разных континентов. А сейчас это отличная смотровая площадка на остров и его окрестности. Обалдеть! Боже, как красиво! Вот эта вот вся зона за мной, зеленая, она закрыта для посетителей, там работают только биологи. То есть людям, обычным, нам туда нельзя. Но то, что у нас есть возможность забраться на маяк и насладиться хотя бы сверху этой красотой, это, конечно, просто unbelievable. Ребят, очень красиво. Я вообще не понимаю, я в Африке? Вот для меня в этой поездке Африка абсолютно по-другому открылась. Я полностью изменила к ней свое отношение. И я так скажу тебе, Африка, я тебя люблю. Ну что ж, пообедала, пора определиться с жильем. На Занзибаре бюджетные варианты есть, но их немного и зачастую все разбирают заранее. Но из-за карантина туристов мало, поэтому, возможно, я что-то найду. Ну что, пойдемте испытывать судьбу, вдруг повезет. И ценник будет то, что надо. Я зашла в гестхаус «Ананда». Гестхаус – это такой тип жилья, в котором живут хозяева, а комнаты или домики на территории сдают гостям за небольшие деньги. Это моя комната? Слушайте, такой вопрос. Цена этой комнаты $30. Да. Но мне всего на одну ночь. И я уверена, тем более я уверена, что сегодня уже не будет желающих. Может, вы мне уступите хотя бы маленькую скидку? Ну, пожалуйста. Буду вам очень-очень-очень благодарна. Обычно у нас все забронировано. Но сейчас, в связи с пандемией, без проблем, конечно. Будет за $25. 25? Спасибо! Мы просто шли, увидели вот этот вот гестхаус, зашли и встретили самого доброго человека на планете. Она поселит меня за $25, и у меня будет двухспальная кровать. А еще туалет, душ, сейф и чистая постель. Ай! Нет, ужасно! Это не стоило делать, я чуть не сломала себе нос. Господи, какой твердый матрас. Самый ортопедический, который только мог бы быть. Он просто дубиновый. Ох. Но все равно, господи, да по барабану, даже если бы он был деревянный, я счастлива. И я на первой линии океана. С наступлением темноты на острове можно попробовать еще одно развлечение – ночное сафари. Для этого мне понадобится гид. Привет! Ну что, мы готовы? Да! Возьмите фонарик. Мы идем в лес знакомиться с местными жителями.
Это безопасно? Да, вполне. Ночное сафари – это экскурсия в дикую природу в темное время суток. Ведь именно тогда большинство обитателей острова вылазят наружу, и их можно рассмотреть. Ночные прогулки – это, конечно, прекрасно. Но когда ты идешь в гущу, в чащу лесную, а здесь живности, мне кажется, из 100% 100, немножечко страшновато. Но я напшикалась штучкой от комаров. Начинается сафари со знакомства с флорой острова. Вот, например, это тропическое растение Surigata zanzibariensis. Настой из его корней помогает от боли в животе. Вот так вот, друзья. Знали вы до этого раньше это? И я не знала. А это эфобия ника. Очень токсичное растение. Поэтому его используют как живую изгородь перед домами, чтобы защититься от диких животных. В общем, такую штучку лучше не пробовать. А здесь дикая корица. Занзибарцы часто используют ее листья как зубную пасту. Действительно пахнет очень вкусно, таким легким-легким, знаете, как лаймом. Балдеж. Даже ванилькой. Теперь настало время знакомства с животным миром. Это птица-нектарница. Может быть окрасом всех цветов радуги. Из-за этого ее часто называют солнечной птицей. Смотри, как она дышит, у нее даже животик видно, как дышит. Полная насавиш. А вот это не камень. Это древние останки гигантского моллюска. Обычно они живут в океане, в коралловых рифах. И могут весить более 200 килограммов и жить около 100 лет. И проходит очень-очень-очень-очень много времени, и вот они здесь разлагаются и умирают. Это еще вот остатки. Или останки, как правильно сказать, там еще одна есть. В общем, их здесь довольно-таки много, и они одни из самых древнейших жителей этого острова. Но самая интересная часть ночной прогулки – встреча с кокосовым крабом. Это один из самых крупных наземных членистоногих. Длина достигает 40 сантиметров, а масса – 4 килограмма. При этом они способны забираться на деревья и поднимать вес до 30 килограмм. Кокосовым его называют, потому что краб своими клешнями раскалывает твердую скорлупу кокоса и съедает его мякоть. Но не брезгует полакомиться и человеческим мусором. Посмотрите, какие они огромные. И знаете, что они делают? Они воруют еду. То есть это мусорка, они туда залазят и воруют хапчик. За это их еще называют пальмовыми ворами. Я так понимаю, нам надо было начинать сразу с кухни. Вот этот вот лес, это, конечно, все замечательно, но то, что я увидела сейчас, то есть это абсолютно живые бандюганы, которые пришли воровать хавчик. И ладно бы они просто здесь ползали и там какие-то объедки бы, да, с пола собирали, так эти припадочные залезают в мусорки, стоит другой припадочный, который его страхует, и что-то там воруют, жрут, вылазают и убегают. И они прям прутся один за другим. Блин, это очень смешно, ребята, просто капец. О, Олеж, я что-то устала сегодня. Давай пораньше закончим, иди уже отдыхай. Давай, давай, давай. А не так уж и страшно, знаете, привыкаешь, вот это вот земелькой все засыпал, присыпал, и как-то оно как-то роднее, что ли, к природе, как-то ближе. У меня уже балдахинчик тут готов, так что я думаю, что, наверное, надеюсь, что меня никто не сожрет. Мы увидимся с вами утром. Я желаю вам спокойной ночи, спасибо, что... смотрите эту передачу и знаете, кто ваш... любимый ведущий.
Я очень устала, ноги просто отваливаются, так что сладких снов. Лучшая вилла? Конечно же. А это что? Да это же Мустанг. Остается только заплатить. Так быстро, с премиальной картой MasterCard, открываются любые возможности. Удобно и премиально. Все, как я люблю. Что может быть лучше с утра, чем купание в Индийском океане? По сути, весь берег Занзибара – это и есть огромный пляж. Но есть здесь одно местечко, которое считается самым лучшим и самым красивым пляжем архипелага. Называется он Мтенда и расположен в уединенной скалистой бухте. Смотрите, это не фотошоп. Боже мой, нет, пожалуйста, я не верю. Я не верю. Я не верю. Прошу, запомните меня вот здесь и вот такой. Ой, ноги намочила. А надо намочить все срочно. Переодеваюсь и плавать. Вообще ничего не хочется говорить. Просто... Просто... Все. О, я счастлива, мне так хорошо. А я с самого утра тоже отправилась в океан, чтобы познакомиться с подводным миром Занзибара. Ну что, Занзибар без дайвинга не Занзибар? Дайвинг возле Занзибара – это увлекательное и комфортное путешествие в подводный мир. Вода теплая – 27 градусов. Видимость хорошая – от 20 метров. А подводных жителей здесь мерено-немерено. Вот рыба-коробка. Вот рыба-игла. Вот рыба-крылатка. А это рыбы-клоуны. Недалеко от них рыбы-ангелы. А здесь рыба-кролик. Вот песчаный окунь. И стая хирурговых рыб. А это морская змея. Говорят, что здесь еще можно повстречать дельфинов, черепах и китов. Но сегодня наши подводные пути с ними разошлись. Ну и ладно, зато будет повод вернуться и попробовать дайвинг на Занзибаре еще раз. Короче, ребята, мероприятие прикольное, но единственное, увидеть, конечно, всех обитателей этих рифов мне не удалось, хотя я очень старалась. Но кроме каких-то, знаете, маленьких рыбок, они достаточно красивые, но они все вот прячутся под кораллами, там на самом дне ни одной какой-то даже большой рыбки, к сожалению, я не увидела. Я даже была готова ко встрече с акулами, они не опасные, но мне бы хотелось их увидеть, но они тоже не приплыли. Но уверена, что кому-то, может быть, повезет больше, если вы сюда приедете. Но мне повезло меньше. Помимо пляжей, на Занзибаре есть и другие природные красоты. Ребята, короче, я приехала вот в эту пещеру. На картинке прикольно, уверена, в жизни еще лучше. Называется, кстати, Куза. Что в переводе с местного означает «приход». И находится она в глубине джунглей Джамбиани, что на востоке острова.
Слушайте, ну местечко такое прям с энергетикой. Издревле это место считалось священным. В древние времена, когда была засуха, сюда приходили шаманы, проводили здесь обряды и загадывали желание, чтобы пошел дождь. Желания сбывались, поэтому я сегодня тоже загадаю себе что-нибудь, ну, там, на будущее. В центре пещеры находится озеро с пресной водой из подземных источников. Озеру, как и самой пещере, более 250 тысяч лет. Хочу отметить, что у озера просто невероятно чистая вода. Я до сих пор присматриваюсь, мне кажется, что это зеркало, оно просто отражает пещеру. Очень прозрачнейшее, чистейшее. Говорят, что минералов много там. В общем, надо купаться. Водичка – то, что надо. Просто не холодно, не горячая. Идеальная водичка. Удивительно, что дно вообще не скользкое. Знаете, как обычно у любого водоема, там становишься, и там вот налет какие-то водоросли, какие-то, ну, в общем, зеленое такое, скользкое. А здесь идеально, идеально не скользко. В общем, это была прекрасная идея сюда приехать. Искупаться, освежиться. Ну и надо не забыть загадать желание. Сейчас вот поплаваю потом. Кроме пещеры пляжей, на архипелаге есть и целые острова достопримечательности. Например, остров Чангу. Его еще называют Prison Island. И хоть размер этого клочка суши всего 1 километр, он имеет очень насыщенную историю. Сначала остров принадлежал арабским рабовладельцам, которые удерживали здесь рабов, пока на них не найдется покупатель. А многие из окон с решетками синего цвета, которые вы можете видеть сейчас, их раньше не было. Были только вот эти вот щели, которые трудно даже назвать окном. И из-за того, что внутри было очень и очень жарко, многие заключенные умирали от удушья и просто от жары. Когда рабство отменили, здесь сделали тюрьму. Вот это место было местом, где, собственно, заключенных наказывали. Различными способами, и, собственно, все другие заключенные могли за этим наблюдать. А 130 лет назад здесь создали карантинную зону для больных желтой лихорадкой. Смотрите, друзья, это двери, которые, они оригинальные, они сохранились еще с тех времен. Смотрите, они в форме цветов, в форме ромашек. Но чтобы поднять настроение больным, губернатор соседних Сейшельских островов отправил сюда в подарок 4 гигантских черепах Альдабра. Черепахи быстро размножились и стали визитной карточкой острова. И именно ради них сюда стали съезжаться тысячи туристов. Черепахи Альдабра – одни из самых редких на Земле. Их вес – 250 килограмм. Диаметр панциря – более метра. Они могут жить до 250 лет. Водятся только на атолле Альдабра. И здесь. Тот момент, когда ты приезжаешь на остров, где когда-то происходили страшнейшие события, и, по сути, я думала, что мы будем идти, он будет ассоциироваться с чем-то, ну, с чем-то пустым, с тем, что давно потеряло жизнь и сейчас используется только в туристических целях, но в итоге ты восхищен, ты обезоружен, обескуражен и просто влюблен вот
в этих прекрасных созданиях, которые здесь живут, продолжают жить. Да, мой хороший? И будут давать потомство. И этот остров никогда не будет пустым, одиноким и безжизненным. Дорогие друзья, welcome to Zanzibar. Я прячу для вас $100. Хрустящие и, как всегда, манящие. Ну, это прям настоящий клад, вы понимаете? Ни в камнях, ни в деревьях. Я прям пошла в старую лодку и на самом носе спрячу для вас заветные $100. Клад от Орла и Решки будет ждать вас на острове Занзибар. Двигайтесь по Малави Роуд. После голубой мечети сверните в поворот и отыщите лодку. В ее носу и лежит бутылка со 100 баксами. Ребят, желаю вам удачи и надеюсь, вы потратите эти деньги в удовольствие. Какое бы оно ни было. А, меня покусали комары. Для кого-то Занзибар не очень комфортный. У меня нет двери. Для кого-то слишком экзотический. А для нас это кладезь новых впечатлений. Боже, как красиво! И незабываемых приключений. О, как тут грязно! Круто, я Робинзон Крузой. Просто дурдом. Сама себе завидую. Боже мой, я не верю, что это со мной происходит. Полная насовища. Я счастлива, мне так хорошо. И я так скажу тебе, Африка. Я тебя люблю. В каком красивом платье. Да здравствуй. Ну что, ну привет. Привет. Ой. Ну что, как Африка? Твой уикенд? Мой уикенд прекрасно. Ты знаешь, я увидела красивый пляж, я съела осьминога, Я действительно побывала в райских местах, но я устала, черт подери. Я надеюсь, что у тебя было все ровно тоже, но ты бодра и весела, хотя пока почему-то не бодра. Ну, то есть ты хочешь сказать, что со $100 здесь, в принципе, можно хорошо провести время, вкусно поесть? Мне кажется, можно, но еще пару раз, и я умру. Поэтому в следующий раз я прошу, пусть карта будет все-таки у меня, клянусь, если мы сюда приедем. Здесь можно прожить бюджетно, но лучше иметь деньги. Ну, обещать я тебе этого не могу, но скажу тебе маленький спойлер. Здесь. А я и не предполагала. Увидимся с вами в следующем городе. Слушай, случайно у тебя нет вот что-нибудь от загоревшей кожи вот в африканских вот этих всех саваннах? Есть крем от загара.